Авария с участием общественного транспорта произошла в Первоуральске. На перекрестке улиц Сталица и Фурманова междугородний автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Как рассказывают очевидцы аварии, автобус двигался в Екатеринбург, а грузовик выезжал со второстепенной дороги в сторону центра города. Столкновение избежать не удалось. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. В ДТП никто не пострадал. Виновника аварии предстоит выявить сотрудникам ГИБДД. Столкновение произошло в час пик. На въезде в город образовалась многокилометровая пробка.